Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я выступаю с очередным канадским вестником и хочу поделиться очень грустной новостью. Начнем с того, что сегодня последний рабочий день и последний день парламентской сессии парламента Канады. Соответственно, сегодня последний день работала Верхняя и Нижняя палата. И, принимая на себя повышенное коммунистическое обязательство, был подписан закон, про который я говорил в феврале, закон о гражданстве. То есть, с сегодняшнего дня поправки в закон о гражданстве, которые подразумевают увеличение срока резидентства с 3 до 4 лет, которые подразумевают лишение гражданства тех людей, у которых уголовные статьи по тяжким преступлениям у себя на родине, которые подразумевают, что министр по делам иммиграции может по своему произволу, по своему желанию, без решения суда отнимать второе гражданство. И ряд других замечательных поправок вступает, точнее не вступает, но является законом. Единственный вопрос, который остается сейчас нераскрытым, это вопрос о том, с какого числа вступает закон в силу. Потому что, в принципе, по процедуре закон должен был пройти подписание Верхней и Нижней палаты. Это произошло. Сегодня же вместе с тем был подброшен этот законопроект на подписание генерал-губернатора от имени королевы. То есть формально, с точки зрения процедуры, закон, Билл 24, так называемый, прошел все необходимые формальности для того, чтобы стать реальным полноценным законом. Хочу вам сказать, что вы должны отдельно благодарить, запомните, друзья мои, на всю свою канадскую жизнь, когда вы сюда приедете, что вот этим вот изменением, а также последним проблемам, связанными со всеми иммиграционными процедурами, чехардой с критериями отбора, с усложнением процедур там, и так далее, вы лично должны благодарить партию консерваторов во главе с господином Харпером. То есть, когда вы станете гражданами, вы всегда вспоминаете о том, что хорошего сделали консерваторы для того, чтобы вы приехали в Канаду и стали гражданами Канады. А вот такие вот, собственно, новости. Важный, интересный такой момент – это то, что я обратил внимание, зашел на сайт парламента Канады, и обратил внимание, что этот закон прошел все инстанции только благодаря тому, что у консерваторов большинство в парламенте. Ни один депутат из другой партии, из партии зеленых, из партии неолибералов, неодемократов, из партии либералов, ни один депутат из других партий не проголосовал. И наоборот, практически все другие партии критиковали этот закон. Но, имея в парламенте во время голосования 134 голоса, господа консерваторы этот закон силой продавили. Так что, друзья мои, поздравляю вас, имейте в виду, корректируйте свои жизненные планы. На этом с вами прощаюсь и желаю всего самого-самого хорошего. Прорвемся!